Друзья, всем привет! В общем, короче, я буду кушать уху. Вот у меня уха, уха из горбуши. Вот вареная голова горбуши. Вот так выглядит. Короче, буду кушать уху и голову горбуши. Вот перчик сейчас добавлю. Я люблю именно перченую уху. Вот, наверное, еще соли сейчас. Ну, сейчас помешаем. Сейчас посмотрим, как оно по вкусу. Так. Вкусненько, только надо это соли еще немножко добавить. Хлебушек у меня тут черный. Ой, давно, короче, это не готовил уху. То как-то, знаете, такие вторые блюда в основном, а уже ну, захотелось как-то супчика реально. Блин, какой бульон наваристый. Обалденно. Бульон прям наваристый, очень вкусный. Вот такая вот у меня голова горбуши. Вот так она выглядит. Видите, на ней очень много мяса. В общем, буду кушать. Смотрите, сколько мяса на голове. Видите? Вкусненько. Красота. Очень вкусно, вообще обалденно. Уха прям, знаете, друзья, получилась прям такая наваристая, вкусная. Как это вкусно. Сколько мяса много на голове вообще. Какой бульончик наваристый. Обалдеть.
воде, но очень вкусно. Красота. Видите, вот такая вот голова горбуши, вот так она выглядит. Смотрите, тут очень-очень много мяса. Ну, прям смотрите, сколько мяса. Вот видите? Очень много мяса. У нас очень жарко, друзья, вообще такая жара стоит. Просто офигеть. Видите, сколько много мяса на голове. Очень жарко, у нас 36 градусов. Просто невыносимая жара. Как вкусно. Тут и мясо, и хрящики. Обведение. Реально обведение.
Нежнейший вкус. Очень вкусно. Друзья, очень вкусно вообще. Он для таких вкусных хрящик. Объедение. Вареная голова горбуши. Сухой. Это красота. Это просто бесподобно. Тут и мясо, и хрящики. Вообще. Ой, жара невыносимая. Так вкусно. Да, объедение. Ну реально, это очень вкусно, друзья, очень вкусно. Я всегда, когда варю уху из горбуши, я всегда варю из голов и хвостов. Потому что тогда уха такая очень наваристая. Очень такой наваристый бульон.
это просто волшебно. Очень вкусно, очень сытно. Прям такой, знаете, вкус у головы такой нежный. А бульон ухи очень такой наваристый. Прям такой вот именно вкус рыбы, прям насыщенный. Еще когда с перчиком, вообще обалденно. Наелся от пуза. Очень вкусная, очень сытная уха. Так, друзья, сейчас секундочку я приду. Друзья, ну, в общем, уха мне очень понравилась. Сам ее готовил, да. Вот, и если по пятибалльной шкале оценить, то на пятерочку. Именно очень вкусная. Сам бульон ухи очень насыщенный. Прям такой насыщенный рыбный вкус. Тоже голова горбуши очень хорошо сварилась. И мясо такое нежнейшее там. И мясо, и хрящики. Ну, очень-очень вкусно. Вот, друзья. Ну, а вас хотел поблагодарить, сказать вам спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ну вот, подписывайтесь на мой канал. Хочу вам пожелать счастья, здоровья и удачи.